Ой, смотрите, курочка забралась на третью ветку аж над уровнем земли. Еще хочет выше забраться. Давай. Давай, давай, сможешь. Давай, прыгай. Я так понимаю, это ж курица или кто? Маленькая. Цыпленок. Видит она. Курица. Какая курица не хочет быть этим орлом? Ну давай, я тебе полчаса буду ждать. У нее мать сидит, вон она, гигантская. Справа вон, возле столба, мать сидит, она за ней. Видно? Вот она. Ничего себе. Это они так высоко умеют. Я видела в деревне на крышу, тут и на крышу, на дверь сарая они взлетают. Но это примерно такая же высота, больше 2 метров. Все-таки, похоже, забралась, да, куда-то? Вон сидит вместе с матерью теперь. О! Еще и скачут все выше и выше, надо же. А что, казалось бы, им-то нужно? Там еды-то нет. Вон внизу долбит еду. Надо же, даже цыплятки за матерью бегают, как котята за кошкой.